Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу две партии, сыгранные на сайте Гамблер между мною и 13-летним, очень перспективным кандидатом мастера из Тулы Арсением Циновым. То есть мы играли стандартный матч из четырех партий по... с регламентом минута на партию плюс секунда на ход, так называемый супер блиц. Первые две партии. Ну, довольно-таки неинтересные были, там практически быстро партии закончились в ничью. А вот вторые две партии довольно-таки интересные. Во втором микроматче нам выпал следующий дебют, так называемая ходилка. CD4, AG5, GS4, GS6, DC3. Обязательные ходы. В четвертой партии Арсений сыграл d5, это сильнейший ход в данной позиции за черных, у черных тут преимущество, а я сыграл в третьей партии b5. Ну давайте сперва рассмотрим сильнейший вариант здесь игры за черных. d5. Здесь за белых можно играть а b4 и dc5, но dc5 более надежный ход, поэтому я сыграл dc5. Все-таки не хотелось рисковать против Арсения. Он хоть и кандидат мастера, тем не менее играет как сильный мастер. CB6, CD2 побили, DE3. BC7 побили. Ну и здесь было два продолжения. Либо продолжать ослаблять э, белых нападениями CB6 и DC7, CB6, либо сыграть FG7. Здесь Арсений сыграл FG7. Ну давайте рассмотрим, как могло э, проходить течение партии по теории. То есть всем из... ну, многим известна партия знаменитая Г... э, Виталий габриэлян Виктор Литвинович. То есть в этой партии было cB6 ед 2 де 3 dC7 побили э, cB6 cD4 разменялись фж 7 белых здесь единственное продолжение dE5 побили, побили. ЕФ4. Ну, здесь компьютер показывает и АБ4 ничья. Но лучше сыграть АБ2, чтобы форсировано все закончилось. Теперь уже черные не могут отвернуть от этого варианта. ЕД6, единственный ход. Теперь ФЕ3, побили 2 э, э, отдали 2, побили 3, черные побили шашку. Тут надо жертвовать. Единственный ход, АЖ3 и играть АЖ5. Белые пожертвовали шашку и получили так называемую усиленную оппозицию. Вот видите это расположение шашек. Шашка G5, черная G7, H8. Черные жертвуют шашку обратно, G6, GF6 и отдали, побили. Теперь белые получают оппозицию в свою пользу. То есть BC3, BC5, HG5, HG7. Вроде бы черные выигрывают остается только сдаться. Но, тем не менее, Виталий Габриэлян здесь нашел ничего. GF2 ход с двумя восклицательными знаками. То есть, изначально уже гроссмейстер шел на эту позицию, он ее просчитал. Он видел ничего. И здесь ну, дамку ставить бесполезно, потому что белая сыграют G6 и ничья будет. Здесь черные еще напали. И после FG3 соперники заключили перемирие. Ну, я думаю, что этот вариант был известен и мне, и Арсению, поэтому Арсений немножко отошел тут от теории, я считаю, сыграл сильнее. То есть в этой позиции он сыграл, напал CB6, я сыграл, так, прошу прощения, в этой позиции, то есть Виктор Литвинович нападал CB6, и белые играли ед 2 и вот партия сводилась к этому продолжению, которое мы видели. Но Арсений сыграл FG7. Я считаю, более сильное продолжение. У меня единственный вариант тут меняться только. Арсений дальше играет GF4. у меня опять единственный вариант играть GF4 и размениваться. Вот это вот практически единственный вариант, в котором белые могут достигнуть ничьей. Теперь черные размениваются. Можно и вперед, и назад бить. То есть в, обеих, в обоих продолжениях черные давят, белых продолжают. Арсений побил вперед. Я сыграл АЖ3, Арсений пошел cb 6 В этой позиции мне, конечно же, надо было играть АБ2. И в дальнейшем партия бы завершилась ничью. Я не увидел этого сильнейшего продолжения, сыграл ДЕ5. Арсений продолжает давить бьет на d4 шашкой b6. Мне только сюда остается бить. Арсений правильно играет f5. Я играю gf2. Здесь у Арсения было сильнейшее продолжение ef 6 И он мог, так скажем, претендовать на победу. То есть очень тяжело там было достигать ничей за белых. Но он сыграл попроще. И мне удалось достигнуть ничей довольно-таки просто. А b6. Ну вот после этого хода уже тут попроще намного белым живется. Фе3, bc 5 cb 4 ЕД6, АБ2, ДЕ7, БЦ3, Е6, g 4 АЖ5, Б5. Ну тут все форсировано, тут практически не отвернуть. ЕФ4, cd 4 разменялись. ДЕ1, Б7, ЖФ4, cb 8 Фе5, b 7 тут Арсений разменялся, времени уже тоже. У обоих соперников оставалось не больше 10 секунд. Ну и после А э, на Е3, здесь Арсений, по-моему, шашку еще ДЦ5 отдал. Ну и оба согласились на ничего. Так как черные занимают большую дорогу, то есть оба соперника выиграть тут не могут. Бесполезно. Тем не менее, у Арсения был очень хороший ход. Ставящий меня на грань поражения. Е, э, GF2, EF6 надо было сыграть вместо AB6. И здесь дела белых очень плохи. FE3 уже не пойдешь из-за FG5. Ну и играть просто некуда. То есть остается играть только GF4, а после GF4. Ну, там практически все проиграно уже. То есть. ЕФ6 мне остается играть только аб4. Аб4. Дальше как играть черным? HG5. Мне остается играть только gh4, все остальное проигрывает. Арсений, допустим, выходит. Мне остается опять только меняться назад. Черные э, сдерживают шашку. b4, то есть не дают занять поле c5. Ну и здесь все форсировано, допустим, e2. ЕФ4, АБ2, так, э, ФЕ5, БА3. Ну и здесь лучше всего играть БА5, ДЦ3. Есть ничья после ДЦ3, если есть после Б, э, БЦ5. ну, наверное, лучше ДЦ3 сыграть, не давая ход ФЕ3 из-за cd 4 Ну, а после ДЕ7 у черных тут как бы все равно остаются шансы на победу, то есть bc5 вынужденный ход, cd4 нельзя было меняться, fe3, и тут надо жертвовать шашку. Ну и в этом продолжении у белых во всех вариантах есть ничья, тем не менее найти это за доской э, за минуту, конечно, практически невозможно, скорее всего, Арсений бы победил в этом варианте. Ну давайте рассмотрим еще интересные продолжения, которые могли здесь возникнуть. Если бы я сыграл не dc5, а b4. Вот здесь за черных есть ловушечное продолжение e4. То есть и нельзя белым играть cd2. Это тоже известная теория. Все. Значит, черные отдают f5. То есть, в эту сторону бить. Бесполезно. Из-за того, что черные побьют сюда. И тут уже идет ударчик. То есть аж 5 B5 и D7. И черные за гребущими руками снимают 4 шашки соперника и дамку. Здесь видите, эти шашки обрезаны дамкой и четыре шашки против двух играют. Ну, то есть, одна, дам... одна ша... две шашки за дамку тут у белых проиграно. Если же бить в эту сторону, тогда черные играют HG7. Побили. Дальше играют ED6. Побили. Дальше играют HG5. Побили. И DE5. Ну, тут, как бы чер... белые не били, все сводится к следующему варианту. Побили, допустим, cd6 побили, bc5 побили, и вот примерно та же позиция возникает. То есть, эти шашки отрезаны дамкой, и против двух шашек играют 4 шашки черных. То есть белые тут могут где-то пожертвовать в некоторых вариантах шашки, но это не приносит им облегчения. То есть выиграно. После входа CD2 ничей нет за белых. Тем не менее, у белых в этом варианте после ловушечного хода EF4 есть отличное продолжение DE5. Ну и черным сейчас набить на D2. Побили, побили. И белые бьют на G7. В этом продолжении у, черных, у белых есть очень сильное продолжение, ставящее черных на грань поражения. FG3. Ну как играть? Допустим, ЕД6, примерный вариант рассмотрим. БЦ3, сб 6 не давая занять белым пункт сильный А5. То есть при связке важно занять поле А5. Кто займет его, у того и будет преимущество, так скажем. БА5, dc 5 Вроде бы черные заняли пункт, не дали белым занять пункт А5. Сами его займут, но тем не менее белые продолжают давить АБ2 dc7. Здесь отличная реплика есть за белых, gf2. Дальше как играть остается? аб6, b3, b5. Так. И здесь лучше всего играть за белых cd4, cd6 и gf4. И у черных есть единственное продолжение на ничего. d5 разменялись. Белые продолжают давить. Аб4. Здесь единственный ход на ничью за черных еф4. Все остальное проигрывают. но белые продолжают давить. То есть бьют на c7. Надо ставить дамку и ставят дамку на b8. Грозят отдать шашку f3. И... Но у черных тут есть э... продолжение, позволяющее уравнять быстро игру. Cb2. Вроде бы кажется плохой ход после f3. Белые продолжают грозить. Отдать ед 4 и поймать дамку. Но черные тут резким ходом f5 полностью уравнивают позицию. То есть видите, на g3 вообще нельзя бить. Потому что черные еще выигрывают. Поэтому белым приходится либо бить две шашки. Ну тогда черные бьют на h8. Тут, конечно, э надеяться на победу бесполезно за белых. То есть у черных две шашки, тут ничейная позиция. А если белые, допустим, бьют на f4, то черные ставят дамку на h8, ну и благополучно бьют на g1. То есть полностью вот этим мини-ударчиком уравнивают позицию. Тем не менее, конечно, за черных так играть опасно, можно проиграть. Очень большое преимущество у белых. То есть ЕФ4 тут лучше не играть. Лучше всего в этом продолжении за черных разменяться ЖФ4. И у белых теперь есть два продолжения. Либо БЦ5 играть сразу же, либо БА3. Ну давайте рассмотрим теоретическое продолжение БА3. В этом продолжении теория рекомендует играть ЕД6, но на самом деле лучше тут играть БА5 b5 и после хода bc5 уже в принципе есть теоретическое продолжение тоже cd6 и ed2 разменялись это знаменитая позиция из игры филиппова возникает то есть черные жертвуют одну шашку вторую бьют 3 и размениваются на f2 это знаменитая партия тут может возникнуть габриэлян чеховской то есть, как э, Виталий Габрилян, гроссмейстер, выиграл здесь. Черным надо играть DC7. Если DC7 они не играют, то белые выиграют ходом АБ6. Тут обязательно надо играть. Белые играют АБ2. Ну и здесь э, теория говорит, что ед 6 проигрывает. На самом деле ход ед 6 еще не проигрывает. ЕД6, BC3. Так, FE5, C 4 аж 7 cd2 и вот тут gf6 уже проигрывает, действительно. GF6, и, вернее, hg7 уже тут проигрывало. hg7 тут проигрывал ход. То есть в этой позиции. Вот здесь же 7 уже проигрывал. cb4, h 7 это проигрывает. После cd2, gf6, fg3. Ну, fe7 бесполезно играть. И за gf2... Ну и потом просто ходить некуда. То есть FG5 напали, закрылись. Ну и FG3, FE3, как угодно тут. То есть надо играть FG5. Черные надеются, что белые пойдут G4, но белые аккуратно играют DC3. И как сами можете убедиться, здесь ничьей за черных нет. Все проигрывает. То есть в этой позиции надо было черным играть f7. cb4, f7. Вот тут еще не проигрывает. То есть cd2 продолжаем также ловить черных. ef6. Теперь после fg3 у черных есть ничья. fg5, gh4, ed4. Пожертвовали шашку. И dc3 напали. То есть как играть? Белым. Тут даже еще у белых э, хуже. То есть GH4 тут нельзя играть. Лучше тут продолжать также DC3. И здесь у черных есть ничья. То есть ED4 жертвуют. Ну, естественно, в эту сторону набить. И черные играют FE3. Ну и после, допустим, GH4. Да можно, в принципе, и bc5 ткнуть. bc5. Тут черным только вперед надо бить. Ну и тут ничья есть за обе стороны. Ну, можно даже сюда побить. То есть ничья. Тем не менее, лучший вариант, конечно, за черных играть не ED6, а аж 7 аж 7 bc3, fe5, cb4, g6 точный ход, cd2, ed4 тоже точный ход. Здесь белые жертвуют шашку hg3, игра d3. Ну и рассмотрим партию. Владимир Голосуев против Нуренберга. Так, это играли они в 60... В 67 году, по-моему. То есть э, HG5 разменялись, ED6, BC5 надо меняться. Ну и после CD6 тут ничья. Вот такая партия. Могло возникнуть такое продолжение. Но тем не менее за черных это не сильнейший вариант, как ни странно. Черные могут вообще тут практически выиграть. Я, по крайней мере, ничего не нашел. В этом положении за черных лучше всего играть не CD6, а FG7. И вот как после этого играть белым? Ну, сильнейший ход тут компьютер показывает AB4, а, но черные продолжают давить FE3. То есть э, HG3 уже не пойдешь, потому что черные отдадут AB6. А, одну шашку отдадут и побьют на а3 две шашки выигрывают то есть надо играть уже в этом продолжении аж5 обязательно побили побили на ж5 побили на д4 здесь черные зажимают фланг белых сб6 ну и друзья я в этом продолжении ничего за белых не нашел то есть сильнейшие варианты я тут посмотрел еф 2 допустим де7 аж3 еф 6 то есть черные построили колонку, грозят разменяться на е 5 как играть? cb2 единственный ход. ну и тут после f5 побили, побили на е 5 тут ничей нет. то есть как играть? cd4, допустим, белые продолжают сопротивляться, побили на c3 обязательно шашкой опять, дальше на f6. Черные бьют именно вперед, обратите внимание. Белые вроде бы пытаются пройти в дамки, но ударом по затылку черные останавливают белых. Так называемый удар каблуком. И шашка лишняя в этом продолжении гарантирует победу черных. Вот так, друзья, черные могут победить в этом варианте. То есть пока противоядия против этого продолжения я не нашел. То есть, друзья, в принципе, в принципе получается, после d5 белым лучше всего размениваться dc5. То есть, в этом продолжении есть ничья за белых. После b 4 я ничьей не нашел.